Hello, friends! В этот раз мы научимся использовать партиклы в своих моделях. А и поможет нам в этом Proper Particles. Скажу сразу, помимо него, нам в уроке понадобится и наша знакомая Proper Attachment. А теперь подробней. Model to apply to. Ну, это мы знаем. Particle system. Имя партикла в системе. Линк на статью с названием партиклов вы найдете в описании к этому видео. В уроке я использовал SteamJet 50, направленный пар. Внимание! Когда вы пользуетесь партиклами, то не забывайте, что их несколько типов. Зацикленные, например, постоянная струя пара, или одиночные, как взрыв бочки. Поэтому не удивляйтесь, если не видите свой партикл. Attachment Type – тип привязки партикла к модели, либо и к якорной точке, вот она, родная, либо к attachment, который мы сами выбираем, вот он. Также можно указать, будет ли партикл следовать за моделью или же останется на своем месте. Ну и в последней строке указываем имя нашего Proper Attachment. Собственно, вот и все. Благодарю за внимание, хотите помочь? Лайк, подписка или донат. Bye-bye, guys.